Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы рассказать вам, как пользоваться одним очень интересным приложением, и называется оно BeeCut. Но также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Но на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть и подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь меня смотрят больше аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а на этом мы начинаем сам видеоролик. Так, при входе в приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Зачастую интерфейс прост в использовании. Вам необходимо нажать на такой плюсик, чтобы тем самым приступить к самому редактированию. То есть вот, нажимаем на него, то есть вот, загружаем какие-либо материалы для самой обработки. Вот, я возьму какой-нибудь вот такой видеоролик, нажимаю продолжить, выбираю формат, и то есть тут нажимаете confirm, и все в принципе. Далее, вот, то есть, тут уже настраиваем текст, музыку, добавление файлов и так далее. То есть, начинаем с текста. Вам необходимо вписать текст. То есть, вот, пишите текст. Далее, шрифт, само собой. Настраиваете цвет. То есть, анимацию и обводочку. И, конечно, сделать можно действительно очень такой красивый пресец, да, для вашего текста. То есть, вот. Трудностей тут вообще никаких нету. Если вы вдруг в чем-то затрудняетесь, то есть, ну, тут также можно растянуть текст по длительности видеоролика. То есть, вот. Далее, что еще можно сделать? Далее. Вы можете также, конечно же, добавить музыку. Вот. То есть, музыку можете добавить с устройства вашего. Далее, добавить какой-либо. А вот это уже изменение формата, то есть я немножко перепутал, конечно, да ладно. То есть вот, далее можно немножко отсортировать это дело, если у вас несколько фрагментов. Темплейт у вас есть функция, тоже, кстати, она работает только с интернетом, это уже готовые такие наложения. Далее в правом верхнем углу, то есть как вы все сделали, просто нажимаете на экспорт. Такая желтая кнопочка в правом верхнем углу, экспорт, нажимаете на нее, выбираете качество и, впрочем-то, ждете, пока у вас все это дело загрузится. Ну, в общем-то, как-то так. Если вы вдруг чего-то не поняли, у вас остались какие-то дополнительные вопросы, то просто пишите в комментариях под этим видеороликом, либо же мне в ВКонтакте. Я вам постараюсь объяснить, что к чему. Ну, а на этом я сейчас буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел его до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике.